Эй, друг, у меня предложение есть. Дай угадаю. Мулалу снова украл твою текилу. Ублюдок две бутылки выпивки взял. Я их из Мехико привез. Сам бы разобрался, но у меня ведь испытательный срок. Две бутылки выпивки, маленький камушек, и я сломаю для тебя его левую руку. Договорились. Заходи позже. Пробовал общаться с доком? Нет, главное. Не могу смотреть на него. Кажется, что он говорит не с тобой. Однажды он пытался извлечь гранату из желудка одного бедняги. И парень, что хочет с тобой, подобрал. Граната рванула, но просто свалилась с него. Боже. Мне к утру полный спальник муравьев набился. Им почему-то всем вздумалось меня за промежность кусать. Промежность? Между задницей и яйцами которые. Ну, а бога ради. Вся промежность искусна. Она еще в патруль. Удачи. Thank you.
Раньше мы варили их, они варили нас. Теперь мы стоим, и не будем тебя не ударимся, чисто тяпнуть. Что ты? Ты не знаешь, что ты? Либо твори, либо скажи, где там будет. Черт, не делай.
что кебабы на рынке продают. Куда где носили? Вы почти второй бодок прикон. Да ну, если ты скажешь. С собой кебабы не носили? Ну, да. Вместе с поносом, когда у меня не хватит. У нас не полное время. Шесть лет, что ты так. Что? Блин, одюк, что ли? Валерий! Куб юбиляров пива. Ему всего 16. 16? Да какого хера он тогда здесь делает? У него всю семью на дереве повесили. А парнишка только воевать умеет. Да он ведь тебе чуть ли не в рот смотрит. Иди нахуй. Ему может передать.
Ну что, материал, я все вспомнил. На небе больше полно было советских мин, и засечь нельзя, видишь, только когда тебе надо минуты не открывать. Можно хотя бы найти по бойду, а потом подрезать. Главное, не ошибиться. Хорошо, серьезно. Thank you.
Да. Как насчет бара Майка? Значит, ты играешь не выйдешь. Там только для играть. Это одно из условий перемирия.
Жаль того, что эти бабы на рынке стоят. Тебя где носили? Мы пошли с тобой будем снимать. Скажите, как ты хочешь? Ага, простите, как ты. Ты с собой эти бабы взять не мог? Мог бы, ага. Вместе с поносом, который меня от них прохватил. Ясно, я один мог. Думал,